Доставлять письма и мелкие посылки дронами начнут в Казахстане с середины сентября, сообщили сегодня представители национального почтового оператора. Услуга будет доступна для жителей отдаленных районов. Дроны будут брать в аренду, поэтому себестоимость такой доставки будет невысокой. Этот опыт казахстанские почтовики перенимают у европейских. Те, в свою очередь, планируют открыть у себя, по примеру Казахстана, супермаркеты посылок. У нас они, кстати, работают еще с 2015 года. В Казахстане очень развиты почтовые услуги, и мы с удовольствием делимся с вами своим методом использования дронов для доставки различных посылок. Пока дроны, которые тестируются в Казахстане, могут максимально преодолеть 170 километров и доставить груз до 2 килограммов. В будущем выносливость казахстанских почтовых беспилотников планируют повысить до 600 километров с грузом в 5 килограммов.